Скажите, а Европа может изменить свое отношение к России под давлением информационной войны? Она уже его изменила, к сожалению. И, к сожалению, она не слушает то, что на самом деле происходит, потому что это очень болезненно. Все, что касается Украины, мне это очень страшно. Любая информационная война, собственно, и ставит себе целью поменять отношение общества к какой-то проблематике. И, конечно, если там под определенным углом зрения будут нападать, то, естественно, изменится. Я думаю, что нет. Европейцы достаточно, скажем так, люди независимые в этом отношении. Они все-таки мыслят самостоятельно. И я не встречал такого, чтобы европейцы были массово подвержены, скажем так, воздействию телевидения или каких-то средств в СМИ. Не в этом веке. Я думаю, что не скоро совершенно. Я думаю, что эта война тоже, как бы, в информационном поле, это тоже очень сложный процесс. И зачастую слишком много дезинформации. Людям очень сложно разобраться в том потоке, который существует везде. На просторах интернета, в телевидении, с обоих сторон. Если бы, как бы, люди руководствовались только истиной и анализом, тогда бы люди многое понимали бы только в одну сторону. И понимали, что, как бы, цель все-таки человека не разрушать, а созидать и создавать.